Модернизацией первичного медицинского звена занялись и в Красногвардейском районе. В селе Хуторцы после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Теперь более 1000 местных жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Здание постройки начала 20 века уже несколько десятилетий требовало капитального ремонта. Теперь в фельдшерско-акушерском пункте села Хуторцы новая крыша, отремонтированный фундамент, фасад здания и внутренние помещения. Здесь такая более домашняя обстановка. Другие условия, ну, как раньше здесь было, тут как бы и зимой было достаточно холодно было. Потому что, ну, как бы здание старое, ветхое было, сквозняки были, деток на осмотр не посмотришь, ну, как бы вот полноценно, как положено, потому что детки мерзли. Открытие Хуторского фельдшерско-акушерского пункта – первый шаг к модернизации первичного медицинского звена в муниципалитете. Они практически все требуют капитального ремонта, их 33, но сегодня выбрано 10. Это строительство двух новых, двухмодульных ФАПов. В селе Марьевка мы совсем скоро откроем, он в принципе готов, и в селе Палатово на следующий год. Преобразования коснутся и оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. Оборудование проходит процедуру торгов, и после чего на все ФАПы, которые мы ремонтируем, после чего будет поставлено в каждый отремонтированный ФАП. Это будут электрокардиографы, дефибрилляторы, глюкометры, аппараты для измерения холестерина. Всего на модернизацию сельских медучреждений потрачено около 10 миллионов рублей.